не в курсе, что вот сейчас Шериф вышел в Лигу Европы? Так ему и надо. Сейчас, когда начнется групповой этап Лиги Европы, будете болеть за Шериф? Ну, а за кого? Конечно, за нашими надо болеть, а не за кого-то. А вот как считаете, поддержка болельщика, она влияет на игру футболистов? Либо же это все только... Нет, мне кажется, если люди болеют за эту команду, значит, это и помощь какая-то команде. Что пожелаете команде, чтобы она достойно выступила? Удачи и благословений Божьих ей. Пускай играет, ребята. Вообще желаю, конечно, удачи, поскольку команда наша. И всегда радостно знать, что они чего-то добились, где-то вышли. Ну, победили кого-то из западных там Реалов. Или это вот да. Хочется им от всей души этого пожелать. А какие, знаете, кричалки, чтобы поддержать футбольный клуб «Шериф»? Да я никогда не кричу. А как вы болеете? Молча. Молча? То есть ваша тишина, она сподвигает футболистов бежать вперед? Да, как говорится, молча переживаем. Следите за футболом? Нет, не болеете вообще. А, вы не смотрите за «Шерифа» вообще? А если «Шериф» выиграет Лигу Европы, вы начнете смотреть и болеть за клуб? Думаю, да. То есть сейчас только будем надеяться, чтобы они выиграли, вообще чтобы было чудесно, конечно, в команде выиграли, болельщиков конечно. Были такой человек, как конечно. Вы. А, давайте тогда на будущее я вам скажу, какие есть кричалки у «Шерифа». Давайте. Вперед, «Шериф», вперед, «Тирасполь», скажите. Вперед, «Шериф», вперед, «Тирасполь». Да. Только победа, только «Шериф». Только победа, только «Шериф». И одна от вас. Одна от вас. Я начинаю, вы заканчиваете. А что именно? Ну, смотрите, вы придумайте свой ответ. «Шериф» чемпион. Мировой. Отлично, спасибо.